детей своих мы любим безоглядно, и жизнь за них готовы положить. И если им бывает больно, у нас сильней, во много раз болит. О детях, здоровье и большом желании жить говорят в своих стихах авторы. Поэтическими мыслями они поделились на встрече. Ее организовал Совет ветеранов Заозерного микрорайона. Мероприятие приурочили к юбилею известной поэтессы Людмилы Тумановой. Многих поэтов-любителей именно она вдохновляет на творчество. Обаятельная, талантливая, убедительная и красивая. Через стихи авторы рассказывают о своем жизненном опыте и отмечают: в поэзии, как и в жизни, важно, когда тебя не только слушают, но и слышат. Я почувствовала, что это моя публика. Это я для них читаю, и я понимаю, что они стихи мои находят отклик в их душах. Некоторые авторы поделились своими стихами впервые. И, как рассказали организаторы, талантливых людей хватает, но среди них очень много неизвестных. Понимаете, мы должны знать своих людей, которые тоже умеют в стихах выразить все, что мы видим просто так. Их не везде печатают. А мы сейчас постараемся их протолкнуть так, чтобы у них даже сборники выходили. Людмила Туманова будет праздновать свое 70-летие в октябре. Подобные мероприятия в честь ее творчества планируют проводить в течение года. Ксения Панкратьева, Александр Красношейн, Ирина Пинчук. Вести Зауралье.